Сегодня в столице Республики Башкортостан прошел настоящий хоккейный праздник. Огромное количество болельщиков пришли в Уфа-арену на закрытие хоккейного сезона. Наибольший интерес у них вызвала автограф-сессия с участием хоккеистов. Гончаров, Лисин, Капризов, Арзамасов и Куляш около часа провели в плотном кольце болельщиков и такому ажиотажу были приятно удивлены. Как эмоции сегодня? Ну, хорошие, много народу, не ожидали, что придет. Да, отлично все. Все только начинается. Одним из самых ожидаемых событий сегодняшнего мероприятия стала первая церемония вручения специальной премии игрокам и болельщикам Салавата Юлаева по итогам сезона 2016-2017. Организаторами тут были отмечены самые преданные фанаты за активную поддержку команды, а хоккеисты за различные достижения по ходу чемпионата. Наверное, главным героем церемонии стал юный болельщик юлаевцев по имени Искандер, который в прошедшем сезоне радовал Уфа-арену своими зажигательными танцами. Десерт ждал зрителей в конце мероприятия, когда их любимые кумиры сыграли товарищеский матч с командой болельщиков. Самое интересное, что играли в хоккей с мячом. Конечно, было непривычно видеть юлаевцев в игре в бенде, но в общем и целом смотрелись хоккеисты весьма достойно, радуя Уфа-арену эффектными комбинациями и красивыми голами. Сложно играть такими клюшками? Ну, очень сложно, честно. Я не знаю, как они вообще этот вид спорта играют. Очень тяжело и непривычно. И короткая клюшка, я не знаю. В общем, очень сложно. Отличные эмоции, отличный праздник, приятно. Много болельщиков пришло, спасибо. Насколько непривычно играть в бенде? Вообще непривычно, я второй раз играю вот этими клюшками. Сложно? Сложно. Столь дружественное и теплое мероприятие стало эффектным завершением сезона. Думается, позитивными эмоциями все гости и участники сегодняшнего праздника зарядились на долгое время. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, хоккейный клуб «Салават Юлаев».